Звезда российского фигурного катания в Иванове. Во вторник в рамках проекта «Чемпион-37» открытую тренировку в областном центре провела Юлия Лепницкая, чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в командном турнире. Принять участие в тренировке могли все желающие, но особенно ценным этот урок от именитой фигуристки стал для начинающих спортсменок. Она нам рассказывала прыжки, вращения, скольжения. Я бы хотела стать тренером такая же, как она. Фигурное катание – спорт юных и бесстрашных. Карьеру фигуристки начинают рано. Сама Юля в первый раз встала на лед в 4 года, а в 15 лет стала самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания. Так что главное, что маленькие фигуристки могут перенять у титулованной спортсменки – нет ничего невозможного. Главное – ежедневная работа над собой. Секрета нет, это просто нормальная подготовка. У нас у всех был выстроен график одинаковый. Много часов в зале, много часов на льду изо дня в день. Один выходной в неделю. Все. Правильный пример для подрастающего поколения спортсменок – это важно. Но нужны и условия для подготовки будущих чемпионов. В Иванове пока вся нагрузка ложится на родителей фигуристок. Сегодня в Ивановской области условия практически не созданы для фигурного катания. Это создано сегодня коммерческой структурой вот этого комплекса. И плюс сегодня это, конечно, на горбу родительских плеч находится, которые оплачивают сегодня аренды и оплачивают это. Конечно, хотелось, чтобы в Ивановской области департаменты задумались, сделали какие-то ставки и для тренерского штаба, ну и плюс, конечно, для аренды льда, чтобы развивался этот прекрасный вид спорта. Юлия Лепницкая проведет в Иванове неделю. В рамках ее визита на базе спорткомплекса «Олимпия» пройдут учебно-тренировочные сборы по фигурному катанию. Мастер-классы с олимпийской чемпионкой будут проходить ежедневно в 12:30 вплоть до 19 августа. Для зрителей во время тренировок вход на трибуны «Олимпии» свободный. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.